Итак, я в Софии. Мы сейчас с вами на бульваре Витоша. Сейчас я вам все покажу. Конец лета. Чуть-чуть грустно. А еще здесь вот такие вот потрясающие улочки, очень уютные. Греющие каштаны. Каштаны? Ничего не путают, правда? По-моему, каштаны. Тут можно купить селедку, гречку, глазированные сырки. Вообще здесь огромное количество всяких здесь очень уютных кофеен и медалин. И вот, видимо, здесь я сейчас буду обедать. Кафе со стульями в виде блюда. Можно заниматься гнездованием. Это вот мое любимое место, где я обычно обязательно обедаю, когда я прилетаю в Софию. Вок-ту-вок. Вот за этим столиком я обычно сижу, кушаю и рассматриваю прохожих. Там вот можно поглядеть, как ребята готовят ее. Очень классно. Судебная палата в городе Софии. Вот так. Моя любимая площадь и моя любимая церковь Святой Недели. Особенно мне нравится вот эта вот ива. Одна моя любимая точка на карте Софии – это бутик Линк. Здесь я закупаю своим любимым горьким шоколадом. Моя любимая арт-музей кафе. Здесь я сегодня пила чай. А вот, собственно, и сам археологический музей. Его находится президентский дворец города Софии. Машинка жандармерии. Совсем рядом чудесный фонтан. Центральная площадь. Музей изобразительных искусств и Национальный банк. Я сейчас двигаюсь в сторону Софийского собора. Если мой телефон не разрядится, то я вам покажу несколько кадров. Такой вот очень красивый. Я его называю изумрудный дом. Софийский собор, все пойдем к нему.
это вот площадь перед Софийским собором. Софийского собора. Тут, конечно, написано, что снимать нельзя. Но хакерски попробуем сейчас хотя бы чуть-чуть снять ту красоту, которая здесь есть. Художественная галерея небольшая, частная, болгарская. Я знатный любитель рубашек. У меня их очень много, но вот мимо одной пройти не смогла. Сейчас вам покажу. Собственно, да, я пошла. Потому что почти бюджетно. Она моя любовь. Ну прям как-то смотрите, случилось взаимное притяжение. Сейчас я забыла. Мой чудесный мансардный номер. Я очень люблю мансарды. Серии продукции Климта. Моя новая рубашка марки Zara. И леопардовый чемодан. Ну, конечно, какая же блондинка без леопардового чемодана.